Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс и с вами Вовкин. Поиграем сегодня в новый для меня жанр игры. Короче, это поиск предметов. Я выбрал игрушку про еду. Люблю я поесть. Если тоже любишь вкусняшки, ставь лайк. В общем, ребятки, нужно искать всякие вкусняшки. Жму я играть. Так, одна подсказка, 50 монет. Но монет у меня нету, поэтому постараюсь без подсказок. Так, нам нужен чизбургер, клубника. Так, клубника, вот она. Чизбургер. О, где-то, вот он. О, что-то другое нашел я. Хотя, хотел чизбургер. Так, круассан. Кушай сам. Темпера. Это, оказывается, темпера, да? Груши, вот они. Питая и молочный коктейль. Молочный коктейль, вот он. И питая, питахая. Это что, нано? Это фрукт какой-то. А, вот он. Вот он. Что, я успел? Не знаю. Так, ну, вроде нормально, да? Так, идем, ребятки, дальше. Это что, тут стол не меняется, что ли? Смотрю. Все будет то же самое, только разные предметы. Так, я просто в нее играл буквально пару раундов. Так, красный коктейль, это легко. Дальше, кокос. Кокос! Кокосик, ты где? Блин. Да где-то ж был. Кокос, окей, яблоко. Бокалы для вина есть. Так, солонка. А-а-а! Где солонка? Чё такое? Кокос и яблоко. Я в упор не вижу никакого. Вот солонку вижу. Столько всего тут, слушай, много. Где кокос? Апельсин. Ну, апельсин я вижу. Окей, чизбургер. Чизбургер мы уже знаем. И где? Вот это что такое? Кола. Кока-кола. Вилка. Вилка. Хорошая вилка. Клубники. Клубники мы уже тоже видели. Яблоко, кокос. Слушай, я в упор не вижу яблоко и кокос. Кто видит? А, вот же он, кокосик наш. Вот он, кокосик. Яблоки, груши. Это персик. Вот яблоко. Хо-хо-хо. Рекорд. Это что, я успел, что ли? Вроде, казалось бы, ребятки, такая легкая, простецкая игра, да? Но она реально на внимательность. Нужно быть очень-очень внимательным. Я вот кокос вообще не видел в упор, но в конце концов увидел. Так, готов, вперед. Лайм. Лайм я видел. Перцемолка. Вот же она, зараза, стоит. Домино. Доминошка есть. Коктейльный зонтик есть. Салфетка, вот она. Пончик. Вишни темпера. Я знаю, что вот это темпера. Хотя что это такое, даже не знаю. Так, суши. Суши из хрюши есть. Пончик, вот он. Дальше красный коктейль. Ну это уже легкотня. Яблоко. Т-т-т-т-т. Круассан, вот он. Яблоко, вот он. И вишни. Вишни у дяди Вани. В саду созрели. Так, отлично. Пойдет. Ну и что? Ну тут давай. Рекорд, не рекорд, что-то непонятное. Окей, что ж, мы шуруем, короче, дальше. Чего у нас тут будет? Позже, не хочу я вас оценивать. Пока нечего оценивать, пока я мало поиграл. Так, окей, что дальше? Ты готов? Я готов, киви. Киви, маракуя, папайя, пихтахая. Прищепка? Вот из прищепка, вот она. Рукола, дрюкола. Чаек. Это кола. Где чай? Ну, блин. Питая. Опять это питая маракуйя. Зеленый перец. Вот он. Питая. Вот это груши. Груши из хрюши. Перцемолка была уже. Солонка. Где-то ее видел. Так, вот там блины, блинчики, блиняры. Хлебушек, хлебасик. Отлично. Лаймчик. Смотри, стол у нас прям меньше все становится. Вот она, это пита... Что такое? А вот она, питая. Это гранаты. Я тыкал пальцем. Чай. Слушай, Чайковский нужен. Где чай взять? Дайте мне... Да, тут нету чая. Это какой-то... А, вот это в чайнике, наверное. Что? Это молоко? Это молоко... Вот это, что ли, чай? Где чай? А, вот же он. Ха-ха-ха. Вообще такой незаметный стоит маленький-маленький чай-чаечек. Я просто в шоке. Чё, опять питая будет у нас? Коктейльный зонтик, легкотня.
Чепуха. Бумажный кораблик увидел. Вишни. Блин, все время забываю. Вот эти вишни. Дальше яблоко. О, отлично. Яйцо. Вот оно. Вилка. Вот оно. Лучок. Лучковский. Вот он. Кусок черничного пирога. Легкотня. Опять это питая. Я уже не промажу теперь. Киви, кивишка. Вот она. Киви, сациви, понимаешь, дорогой. Губная помада. Отлично. Пончик. Вот он. Понч. Пончо. Отлично. Рекорд. Ты видишь? Ха-ха. Вовчик, топчик, не забываем. Так, окей, продолжаем. Слушай, мне нравится эта игра все больше и больше. Я выигрываю? Ха-ха. Да отстаньте вы. Так, ладно. Разрывы, пардон, но не сейчас. Чуть попозже оценю. Обязательно. Так, ладно, погнали. Апельсинка. Апельсин ем один. Бабочка, ё-моё, бабочка, вот она. Зеленый перец, перчуганчик, понимаешь. Кокос, мы теперь уже знаем, где кокос прячется. Персик. Слушай, персик, а персик. Где персик? Где-то был он, вот он. Дальше банан. Бананус. Так, есть, отлично, молочный коктейль. Это ты, рюккола, отлично, хорошо. Кто там, яблочко? Тыблочко. Так, хлеб. Хорошо, хорошо. Коктейльный зон. Где-то видел же, что вот он. И прищепка, прищепка. Все, готово. Что там, рекорд, не рекорд? Фиг его знает. Вы выиграли все звезды, отлично. Уровень второй, смотри, тут что-то... Вот тут, смотри, новая комната. Это что, это другая игра, что ли? Ладно, окей. Уровень второй, что ли, я так понял? Так всегда я готов, вперед, погнали, коктейльный зонтик. Так, прям, ух, ускоряемся, солонка. Ух, видел, видел, где-то ж была, вот она. Дальше, молочный коктейль, отлично, кусок пирога есть. Мороженка. Это что-то новое. Они сбивают меня с толку. Домино, хорошо, пропустим пока есть мороженку. Хлебасик, вот он. Салфетка, вот это большая, что ли? А-а-а! Красный коктейль. Окей. Салфетка, лимон. Это что-то, лимон. А, что? У, what if? Что такое? Продолжить. Как так? Что-то слишком быстро, слушай. Я в шоке. Так, давай еще пробовать. Будет то же самое или нет? Слушай, ну хоть прям бери и запоминай. Так, вишни, вот они. Хари Кришна, Хари Вишна, груши. Есть, отлично, вилка. Хорошо, идем, перцы, молка. Перцы прям мелят, слушай. Ни один перец уже перемолола. Персик, отлично. Лайм, хорошо. Круассан, окей. Доминошка и есть лимончик. Ой, что-то там, что-то еще нажал, короче. Сам того не подозревая. Хлеб, губная помада, кокос, суши. Что там, бан... Ай! Да что такое? Это можно было на все подряд, что ли, пальцами нажимать? Ну что, продолжаем. Грязная кухня. Вот в грязную кухню вообще не хочу играть. Что это за... Так, в грязную кухню мы играть не будем. Слушай, ну будем продолжать здесь еще. Потому что как-то прям, ну так все быстренько проходит. Так, банан, бананус, бананус, хлеб, кусок пирога, отлично. Луч, луч, вот он, бокал для вина, есть. Питая это опять, бабочка, кокосина, зеленый перец, прищепка, солонка, лимон, персик. Губная помада, красный коктейль, яйцо, чай, груши. О, блины! Короче, я так понял, что тут уже идет просто на время. Чем, ну, чем больше ты откроешь, тем лучше. Так, ну мы прям подходим к звездам. Давай сейчас, короче, буду пробовать, буду прям все подряд нажимать. Что это вообще получится? Смотри, так вот, прям сейчас, прям вообще не буду читать, буду просто нажимать на все подряд. Ой, а, ты понял? Так нельзя. Так нельзя, но с другой стороны, так, конечно, интересно. Так, начинаем с круассана, потом у нас идет пел. Стандартный, стандартный, берем вот эти заготовочки. Ах, фиг так, не получится. Ну, с другой стороны, это, наверное, и к лучшему, потому что если ты играешь, то ты должен играть, правильно? А не просто нажимать просто от балды на какие-то кнопки. На какие-то, вернее, вкусняшки. Слушай, ну стол тут хороший, конечно. Я тут посидел бы немножко бы.
позавтракал, потом бы, наверное, еще и поужинал, пообедал бы. Все на свете. Жил бы тут прям. И не уходил бы. Так, отлично. Слушай, а что будет, если мы дойдем до 5 звезд? Может, откроется какой-то новый стол, что ли? Давай попробуем уже, добьем до 5. Посмотрим, что будет. Просто саму же интересно. Так, персик. Перс пошел. Так, груши. Отлично. Яблоко. Банан. Губная помада. Кусок пирога. Кокос. Перец. Коктейль. Круассан. Гранат. Хлеб. Вилка. Пончик. Бумажный кораблик. Лимончик. О, что там еще? Лук. А, домино. Успеваю. Чизбургер. Сейчас прям пустой стол будет. Ах, в бокал для вина не успел прям. Так, все, 5 из 5, а ну и смотрим, что будет. Давайте нам супер-мега-стол какой-то, третий. Все. Больше тут ничего нету, есть только следующая игра, заколдован, да, замок, но это надо скачивать. А, смотри, есть. Не понял, вот это же был уровень 2. Нет, вот это уровень 2. О, слушай, ну мне уже интересно посмотреть, тут будут новые предметы или все то же самое. Давай уже с тобой вместе посмотрим. Ух ты, пляжный мяч. Чего-то новенькое. Солнцезащитные очки. Гранат. Где очки? Где гранат? Что такое? Это тут надо по новой все изучать. Гранат. Это ж не гранат. Не гранат. Что такое? А, все. Нашел и гранат. Нашел сразу, кстати, и очки. И клетка для птиц. Вот она. Слушай, прикольно. Это уже, короче, интереснее. Намного, я бы сказал, интереснее. Разнообразие пошло, ты понял? Давай еще попробуем. Прямо ж саму интересно. Так, я готов, я вперед. Так, кокос, он тут у меня там парил. Но тут я уже его нашел быстренько. Так, а чечи есть? Что там, мороженое? А, ты понял, все, засада. Гитара. Гитара есть, пляжный мяч есть. Лодки и мороженое. Лодки, нифига себе. Так, ну мороженое, допустим, я увидел. А где лодки? Их много должно быть лодок? Эй, чуваки, где лодки? А, да вот же лодки, ё-моё. Я на столе лодки сначала искал. Ну, это, конечно, я зря делал. Потому что, ну, лодки, они в море должны быть. Фух, ну... Блин, в принципе, ничего, ребятки, поиграть можно. Надеюсь, видосик вам понравился, надеюсь, вам было весело. В общем, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Вот, дальше будет интереснее и веселее. С вами был Вовкин, пока-пока!